Всем, ребят, приветули. Извините, что нет-нет, эти дни не уходили ролики. Короче, просто работы дофига. Вот. Короче, что-нибудь, наверное, с вами приготовим. Вот. Я взял, в общем, мешки, короче. Такие плотные мешки. Я думаю, еще мусор стараю. Ну, там, потом сложусь, что увидите. Вот. Что сегодня приготовить? Блин. И, короче, есть пельмени. Потом... Что я взял-то? Пельмени, котлеты нафиг. Курицу взял. Шницель, пельмени нафиг. Что я? Шницель, наверное, может, приготовлю. С макарошкой, может быть, или с картошкой. Короче, знаю, к вечеру. Сейчас я обожрался. Здесь куча пирогов всяких. Такие пироги. Блин, энергетика. Блин. Короче, ребят, не знаю, короче, что готовить. Я утром проснулся сегодня. Такое настроение. Такое, думаю, надо утром покушать. Покушал, короче. Сначала, думаю, пирог с... пироги еще, короче, взял. Пирог с рыбой пахал. Думаю, что-нибудь сладкое охота с творогом. Пирог поел. Теперь я сыт, я не хочу просто готовить. Ладно, проголодаюсь к этому ближе там, к вечеру и так далее. Может, к обеду что-нибудь приготовлю. Так что вот так вот. Сейчас сходил в магазин тоже. Пошел, мешки взял. Вчера что-то не взял. Мешки взял, это. Вот. Так, смотрите, еще сходим в сарай. Я, наверное, 10 мешков, ну, там 10 мешков, или пока 10 взял. Посмотрим, пообставить, сколько там будет это. Потому что машину закажу, загружу. Просто на сарае соображать уже надо уже цыплят взять. Я уже нашел, где корм, ну где что взять поэтому. И цыплят уже надо брать. Ну еще рабицу надо же взять, не будет. Короче, посмотрим по обстоятельствам. Не перематываем, ребят. Ставим лайкосы, пишем комментосы. Так, ребят, смотрите. Ну, сейчас сожгу. Как было, как это. Ну, это фигня, там тут сделается это. Чуть-чуть осталось, короче. Пойду еще за мешками. Осталось чуть-чуть убрать и все. Вот. Видите, сколько мешков. Сейчас пойду еще. Потом подумаю, как что сделать. Вот. Чуть-чуть, наверное, тоже пожгу сегодня. Так, чуть-чуть. Вот траву надо то убрать. Копать. Вот. Ну, пока потому, что у меня там и работа. Пока вот выходные взял. Пойду за мешками. Схожу. Позвонил по поводу куриц, узнал все, есть и побольше, поменьше, и малютки. Короче, ну уже видно где, то есть побольше видно где петух, где не петух какой-то. Так что вот, смотрите, скоро все возьму, скоро все это увидите. Вот. А я пошел в магазин, потом еще кушать готовить надо. Так, ребят, решил с вами пообщаться. Сходил до магаза, еще мешки взял, 10 штук. Вот, а другой, наверное, что-нибудь там, либо сгорит, либо... Посмотрим, я, короче, пообставить, сколько что сделаю. Вот так я себе отрезал кусочек пирога с творогом и там с мяском. Я не знаю, либо мясо пожарить, там картошку, не знаю, что, свининку, либо курицу. Вот этот шпиц, как называется. Котлеты с пельменями не хочу. Не знаю. Короче, не знаю, что вообще мне есть. И так обжираюсь. Это перекусно. В холодильник, помню. Жду, фу. Как мне знает, кто. Работа. Думаю, надо пойти поесть. Иду. Ну, это ветер был. По поводу курсования. Ну что, скоро сразу свободен. Узнал, есть маленькие, средние, ну и побольше там. Там типа как, ну видно, кто уже, кто петух, кто не петух, там враг я. От курицы, от петуха. Если будет петух буйный, сразу у меня пойдет там кастрюлю на суп.
Или будем с ним махаться. Так. Ну что? Я попью кофейку. И пойду дальше, пока отдыхаю. Так работа, ребят, я работаю. Пока не буду вам говорить, где, как, что снимать. Потом еще, может, со временем. Может быть, со временем потом. Так, ребят, смотрите, как все развивается. Как этот... Как его зовут? Ну, как кур возьму, как это. Это чуть не сейчас, а чуть там позже. А может, чуть сейчас. Короче, не знаю, посмотрим. Просто, видите, я куда звонил. Там доставки нету. И не каждый как бы таксист возьмет. Вот. И по поводу дома тоже. Он хотел вот это покрасить нам. Ну, посмотрим, как по обстоятельствам. Пока тут-то. Снимаем все в лады. И сейчас, и в будущем. Так, по. Ручки, ручки, врагов взяли. Ну что, ребят? Хавать есть, деньги есть. Как я курю сигарету, он тоже есть, блоками. Так что надо вкладываться теперь. Здесь дом почему? А, кстати, сейчас сначала огород надо будет скопать, и потом надо будет вот здесь вот шланг еще возьму, сюда в дом хотя бы себя проведу. Ну, не сейчас, я имею вообще проведу. А потом уже там соединение, день потихоньку пойдет. Вот, и полами надо перед зимой тоже все это делать. Так что вот так вот потихоньку все идет своим чередом. Так что пишите комменты, смотрите дальше, я подумаю, что еще приготовить, пока не решил. С вами Родион ТВ. Так, ребят, готовим такую курочку. Вот она типа подморожена, это типа филе, не филе, ну короче типа отбивная. Короче, сейчас приготовлю, и я думаю, не знаю, что-то неохота ни картошки, ни макарон, просто, наверное, курочку приготовлю. Вот, потому что еды я только обожрал все, блин, сейчас еще это такое, так перекушу с хлебушком там, соусом, чем-то такое. Так что готовится. Кстати, ребята, канал воскресенье, да, воскресенье будет уже месяц, и скоро потом, через несколько дней, будет месяц, как я не упиваю. Блин, ребят, реально организм прям и очищается, и состояние кайфовое, как бы. Почему я раньше что-то вообще думал, вот это вот выпить, что-то это мозг засорить, чтобы у меня умерло там клетки вот эти вот. Нет, ребят, как бы, кто выпивает, я вас не осуждаю, выпивайте. Как бы это дело каждого. Ну, я кайфую, вот лично я. Сейчас, короче, там еще мусор доубирать надо. Там мешков 7 еще пустых осталось. И кусочек. Так что потом покажу, увидите. Что так, вся курочка пожарится. Перекушу. И потом. И потом дальше там делать. Какая ням-нявка. Жарится, ням-нявка. Ням-ням. Вот переверну. Курочка. И я потом просто курочку кусочек съем. Не буду там жарить мясо, картошку, все это. Так, победу курочкой с хлебушком. Соус. Так, всем, ребят, привет. Вот. Ну, короче, показывал там, как это. Так. Теперь попробуем. Как филе, как, не знаю, кто как называет. Сейчас. Там внутри кого-то что-то еще есть. Вкуснота. Обеденный перерыв. Спирики нормально.
соус положу, соусу. Вообще классно. Посмотрим. Вечером буду готовить. Не знаю. Я уже так обожал, что ничего не хочу. Не хочу, а ничего не хочу. Постоянно ем. Круглосуточно. Прям сытненько. Там, ребята, осталось не так много. Там реально сколько было, я помню, вообще мусор. Помните, на первое видео я? Ну там уголки чуть-чуть осталось. Ну, как время не обед. Ближе к вечеру. Просто потом, на, перекушу эту курочку. Читай же, хочешь. У меня все есть, она орёт. Так что вот такие дела. Ни кожечка, ничего. Вот так вот. Перекусили. Вот, ребят, вот такой у нас, грубо говоря, обед. Ну, реально, я только всего уже объелся, сладкого там. Так что это мне тоже еле-еле уже влезло. Так что смотрите, наблюдайте, что как останется, что как. Короче, покажу я вам. Ребят, ставьте лайки, пишите комменты, это очень меня сильно поддерживает. И чем больше вы пишете, чем больше ставите комменты, тем у меня больше желания снимать. Ребят, вы готовы? Помните, как здесь было? Ой-ой-ой, прям кайф, ну прикиньте, я хожу. Ну это фигня, так сказать. Вот осталось, видите, уголки чуть-чуть, ну и это зажигание просто положили. Вот чуть-чуть осталось. Прикиньте, ничего. Мусорные стекла остались. Прикиньте, мусора нет. Кайфово. Мусора нет. Ходишь по земле. Че ты разорался? Прикиньте, как у меня вообще на душе так кайфово. Я просто кайфую, что это я сделал почище. Кайфно, прикиньте. Нет мусора. Мусора нету. Он чуть-чуть в уголку и все. Дай до скорую. Ну давай поговорим. Давай поговорим. Говори. Говори. Они, кажется, с мормышами решили достать оба. Богдан. Ну чего ты все замолчал-то? Деда. В натуре? Какой ты, а? Какой он хитрый. Что вот, ребят, ну чуть-чуть вот так собрать. И вот это вот. И вот это все. Прикиньте, кайф, да? Внутри кайф. Помните, когда вот здесь все там видео посмотрите, заходишь, прям хлам вот так лежал. Нету сейчас его, прикиньте, хлама нету, кайфово. Просто ходишь, кайф. Просто кайф. Так, ребят, все. Сарай почти что готов. Чуть только там осталось. Ох, это прям на душе кайфово, ребят. Короче, сегодня, наверное, сейчас смонтирую видео. Вот. Будет сегодня 18, четверг, 18 число, в 9 или полдесятого будет прямая трансляция. Мне разрешили прямую трансляцию, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кайфово, да? Прямая трансляция. О-о-о. Так что встречайте, с телефона прямую трансляцию разрешили, я имею в виду. Давайте, Родион ТВ с вами. До встречи. Подписываемся, ставим комментарии, поддерживаем канал, ставим лайки.